Продолжаем ходьбу. Как следует размяться, чтобы проснуться, и можно приступать к основной зарядке. Упражнения на все группы мышц сегодня организованно выполняли на площадке баскетбольного центра «Химки» волонтеры, члены клуба «Активное долголетие» и все те, кому не безразлично собственное здоровье. В нашем городском округе систематически проводятся утренние зарядки, дневные зарядки на центральных площадях, в парках и так далее, и так далее. Я буду кратко, хочу сказать, занимайтесь спортом, любите спорт и живите спортом. Зарядку приурочили к предстоящей всероссийской акции «10 тысяч шагов к жизни». Именно столько специалисты рекомендуют проходить ежедневно, чтобы держать тело в тонусе и быть здоровым. 25 июня при поддержке Лиги здоровья нации она пройдет во всех городах страны и вновь соберет тысячи любителей здорового образа жизни.